Гостей из 8 районов края Темрюк встречал в Доме культуры. В зональном совещании приняли участие представители краевой власти, а также сами активисты и руководители органов местного самоуправления 9 муниципальных образований, в числе которых и Сочи. Проанализировав деятельность органов ТОС за минувший год, чиновники отметили, что общественность помогла изменить облик населенных пунктов Кубани. Именно те вопросы, которые вы озвучите, ставятся на контроль, и администрация предусматривает в большинстве случаев их в своей практической деятельности. По итогам прошлого года совместно было разработано 927 проектов. В рамках совещания своим опытом работы с начинающими общественниками поделились более опытные председатели ТОСов. Рассказали о сотрудничестве с советами территориальных общественных самоуправлений и участковые. В крае проведены 1000 проверок, которые инициируют ТОСовцы. Здесь же участники мероприятия определили победителей краевого конкурса по итогам 2015 года. Ими стали 132 ТОСа, которые представляют все 37 муниципальных районов и 7 городских округов Краснодарского края. В этот день награды получили 27 органов в ТОС Кубани. Лучшим вручены дипломы и денежные премии. Суммы в 500, 300 и 200 тысяч рублей будут перечислены на счет муниципального образования. Среди активистов, которые лучше других умеют оказывать поддержку населению и городской власти, сразу несколько сочинских ТОСов. Полученные средства они планируют потратить на благоустройство территорий. К примеру, хостинский ТОС премию своего совета потратит на возрождение кинобудки, которая в советские годы работала на известной в районе площадке «Муравейник». Мы хотим возродить это, то есть сделать такую акцию «Кино в твоем дворе», купить аппаратуру, нужно современную на эти средства, и показывать. Грядут каникулы летние, 3 месяца, детки будут смотреть фильмы, взрослые вечером, будет какое-то единение. У нас есть детские площадки, спортивные площадки, мы постараемся их привести в соответствие, в порядок, чтобы наши дети занимались и спортом, и радовались, играя там. За время действия закона о местном самоуправлении на Кубани сформировалось активное общественное самоуправление. Квартальные, как еще называют ТОСовцев, это и контролеры, и помощники одновременно. Как отметили на совещании, только так, сообща, можно добиваться еще больших результатов в работе власти. А еще одним подарком для активных общественников стал концерт, подготовленный творческими коллективами муниципальных образований. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.